Это не просто ярмарка-выставка. Это демонстрация достижений в отраслях животноводства. Сюда приезжают фермеры из соседних районов. Они обмениваются информацией, опытом и все вместе демонстрируют уровень развития отрасли. Птица понравилась, красивая птица, оригинальная. Удивляюсь, что начали разводить декоративную птицу. Очень приятно было видеть. Вообще организация понравилась, красиво. Фазанчики, зайцы, все. Приобрели? Нет, брынзу приобрели, муж отнес домой уже. Специальная комиссия награждает победителей в различных номинациях выставки. Сюда приехал на выставку показать. Показать, какие породы я развожу, все. А вообще на определенном этапе ведения бизнеса было принято такое решение, были произведены определенные расчеты и принято решение, что можно обеспечить и рабочими местами, можно заработать определенные деньги. И таким образом пошла работа. Мы занимаемся свиноводством в Вулканежском районе, именно в Вулканештах. Уже 6 лет. Пошел 7-й год, и довольно-таки процветающая фирма, которая идет вперед, появляются новые рабочие места. Животноводческие ярмарки имеют свою богатую историю. Выставки, которые проводились здесь еще в советские времена, собирали большое количество участников, начиная от Тарутина, Арциза и Кишинева. Все съезжались сюда обмениваться племенным материалом. С распадом Союза распались целые отрасли, позакрывались и выставки. И вот уже третий год подряд Гагаузия пытается возродить эту добрую традицию. Вот здесь это люди, которые творят. Они что-то хотят делать, их надо поддержать, их надо мобилизовать, их надо объединять их усилия. Получится результат. Участники представили разные отрасли животноводства. От крупнорогатого скота до кроликов и декоративной птицы.